А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании. Воронеж попал в топ-6 городов с самыми дешевыми свиданиями в России в День влюбленных 14 февраля. Об этом сообщили аналитики сервиса Тинькофф Дейтон. В среднем свидание обойдется воронежцам в 5337 рублей, что всего на 11% дороже по сравнению с предыдущим годом. Дороже всего празднование Дня влюбленных обойдется жителям Москвы. Что неудивительно, в столице на свидание придется потратить примерно 8675 рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Краснодар, где придется потратить 6500 и 6485 рублей соответственно. А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любой удобной для вас социальной сети. Все ссылки, как всегда, в описании. Берегите себя и до скорых встреч на канале Ray History Channel.